Большой праздник в Запорожском металлургическом колледже Государственной инженерной академии. 165 выпускников сегодня получили дипломы. При этом немало выпускников уже работают по специальности. Более 100 молодых людей начнут свою карьеру на одном из крупнейших предприятий региона – комбинате «Запорожсталь». Кузница кадров для Запорожской промплощадки. Металлургический колледж выпускает в профессиональную жизнь 165 молодых специалистов. Большинство из них, 115 человек, будут работать на металлургическом комбинате «Запорожсталь». Тесная связь между учебным заведением и комбинатом существует не один год. И сегодня администрация колледжа заявляет, плодотворное сотрудничество показало свою эффективность. Комбинат делает, безусловно, очень много. Во-первых, есть подшефтные школы, которые опекаются комбинатом, и мы с ними тоже очень плотно сотрудничаем. И, в общем-то, значительное количество выпускников школ идет к нам в колледж и в дальнейшем на комбинат «Запорожсталь». За 4 года обучения юноши и девушки колледжа с успехом овладели выбранными специальностями на комбинате. Их ждут с нетерпением. Подготовки молодых кадров в последние годы здесь уделяют максимум внимания. Разработана программа «Школа-вуз-комбинат». Выплачиваются именные стипендии. Студенты проходят расширенную практику, во время которой овладевают рабочими профессиями. Это позволяет после окончания колледжа, буквально через 2 недели стажировки, допускать в самостоятельной работе выпускника колледжа. Ну и надо сказать, что на сегодняшний день более 2000 выпускников этого замечательного учебного заведения с замечательными традициями работает на комбинате «Запорожсталь». Среди выпускников колледжа 2014 года 8 стипендиантов «Запорожстали». 5 уже работают на комбинате, 2 проходят оформление, еще один намерен продолжить учебу в инженерной академии. Один из 8 лучших, Богдан Луценко, говорит, в колледж поступил по рекомендации друзей и родителей, о сделанном выборе не жалел ни минуты. Вот я сюда поступил, да, я увидел, что действительно хороший колледж. Я не жалею, что я поступил сюда, я очень хорошо провел 4 года. Конечно, рад, что есть трудоустройство, то есть, что есть работа. Рад, что на Запорожстале, конечно. Хороший комбинат, был на практике, понравился и персонал, и наши руководители практики. И, конечно, хочется вернуться назад. К работе прокатчик Богдан Луценко намерен приступить уже в понедельник. Тем самым он присоединится к тем 2000 выпускников колледжа, которые сегодня работают на «Запорожстале».